Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня я хочу открыть вот такую интересненькую посылочку, конечно же, из Алиэкспресса. Здесь должно находиться примерно, как мне кажется, фигурки из аниме Наруто. Надеюсь, все помнят этот интересный мультик аниме. Надеюсь, это будет все-таки Наруто. Кажется, больше я такого ничего не заказывала. С большого. И давайте посмотрим, что же в коробочке находится. Ау! Да, шучу. Ух ты, это я предполагаю подставочки. Они такие групповые статуэточки. Так они должны стоять. И первая статуэтка это у нас Хината. Хината прыгла. Какая классная. Посмотрите, какая детализация классная. Также буфера ее большие. Класс. Для Китая довольно неплохо. Ну, немножко жалко, что вот здесь такой разрезик виден, как будто у нее нога вставная. И здесь немножко видна грязюка. Жаль. Также вот здесь я. Очень жалко, а так классно. Покраска тоже ничего. Ну, как всегда, волосы немножко прирезиненные, руки твердые. Не знаю, вот здесь у нее на ее, не знаю, кофточке такие черненькие крапинки. Здесь немножко виден, не знаю, как это называть, брак. Плохо напечатали, покрасили. Но лицо обалденно. Такие классные глаза. Из-за такой классной детализации я ее и купила. Но она идет в наборе, конечно же, угадайте с кем. Как просто оставить, чтобы ничего не покалечилось. Конечно же, с Наруто. Давайте на него посмотрим. Очень классный мультик. Я уже несколько раз говорила. Обожаю его. Ой, ты знала вот поколение примерно, где они уже выросли. Класс. Наруто тоже классно выглядит. Здорово. Складочки. Все вот эти его, не знаю, как сказать, сумочки. Где он держит все свое оружие. Даже обувь есть. Подошва. Какой-нибудь такой рисунок интересный. Немножко вот эти складки зачем-то сделали. Они не должны быть.
слишком уделяется. Классно. Одна рука забинтованная. Прям видно, что забинтованная. А другая нет. Даже у одной рукава дотягивается до самой запястья. А вот здесь у него немножко даже видно, что за на пуговичке. Задернут рукав. Классно. И само лицо. Его голубые глаза. Вот эти штучки непонятные. Также знак Канохи. Волосы. Классно. Ну, очень классно выглядит. Ну вот пара. Так, давайте посмотрим на подставочку, как ставится. Так. Как-нибудь. Вот еле вставила Наруто, даже не до конца. Он не вставляется до конца в подставку свою. А у Хината, я заметила, нога шатается. Совсем плохо заклеили. Ну, это даже хорошо. Можно ей как-нибудь поделать так, чтобы вот этот шов жуткий просто как-нибудь скрыть. А то на самом деле как будто нога... Ну, так сказать, вставная. Как будто из дерева это сделано, не из пластики. Странно. Но это можно также все заклеить спокойно клеем. Другие части вроде у нее не вытаскиваются, кроме ноги. Ну-ка, Хината хорошо вставится. И она плохо вставляется. К сожалению, когда вставляла Хинату, отвалилась вот эта штучка. Из-за того, что у нее нога вставная. Видите? Она в ноге осталась. Но это можно заклеить супер моментом. Ничего страшного. Так же, как и ногу. И эту штучку сюда. Супер момент выдержит. Нельзя же он супер момент. Это можно ничем не волноваться. А это можно заделать примерно так же, не знаю, самозастывающей пластикой. Вот этот жуткий стык. По-нормальному также обойти, обрезать, так сказать, когда высохнет. И покрасить. Даже вот эту жуткую, не знаю, кляксу закрасить. А так она очень классная. Ой. Вот видите. Хочешь как-нибудь ставить, и она вылезает. Как будто на самом деле вставная нога. И так они ставятся. Друг к другу. Смотрят на себя. На друга. И вот так они стоят. Состыкованные. Смотрят друг на друга. Так он на нее. А так она на него. Такие классненькие фигурки Хината и Наруто из аниме Наруто. Или можно вот так, наверное, сделать, чтобы они стояли вместе.
Надеюсь, вам мои фигурки понравились. Ставьте лайки, если любите Наруто. Пара просто обалденная. Всем пока. С вами была Юля. Бай-бай-бай.